Всем привет, на связи Ютарион. Сегодня у меня мини-гэмбл на 36 пар сандерфистов. Буду караптить обычными фаулорбами, потому что это недорого. А суть гэмбла в чем? Пара перчаток стоит 30 хаоса, 36 штук стоит 6 дивайнов. Меня интересуют вот такие карапты: крит шанс, макс френзи чаржи или атак спид. На трейде такие есть, в принципе, можно было бы и купить. Три дивайна самые дешевые и дальше подороже. Но интересно посмотреть, что получится. Итак, поехали. Сразу отсеем рарки. Duration Jam. AoE Jam. Вот это, кстати, неплохие, наверное. Это же у нас тег. А, это Projectile. Projectile Jam тоже неплохо было бы. Aura Jam. О, это Spell Crit Chance. Плохо. Spell Crit Chance две штуки. Ролл неплохой, но ненужный. Мод. О, вот они, одни. Frenzy Charge. 5 дивайнов. Ну, отбил гэмблинг практически. Vulnerability. Курса тоже неплохо. Только я не помню, какая именно хороша. Despair точно не нужно. Energy Sheet не нужно. AoE. Да? Нет, это опять AoE. Ну, одни получил, грубо говоря, я ушел в ноль, остальное все мусор. Можно продать, конечно, по дешевке, сколько такие стоят. Ну, если они будут продаваться, то я отобью свои затраты. На этом все. Всем спасибо, пока.